выступает, и он тоже несет какую-то эмоцию. Да? Да. Говорит, да? Четко, внятно, громко. Речь, сценическая речь. Это и дыхание, это и артикуляция, это развивает голос. Ну это плохо, его не слышно, непонятно, его, ну, он плохой артист. Делать похлопку все. Так, приготовились. Встаем только на раз, два, три. Три. Когда вы слышите три, делаем их. Вы должны запомнить ритм. Ритм. Ритм очень будет простой. Раз, два, три. Ага. Да и только потом и я. Так, ну-ка попробуй. Ты одновременно сказала. Раз, 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 да, раз, два. Ангелина. Здрасте. Ульяна. Селя. 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 Смотри, Селя, тебе самое сложное достается. Помимо всего, что ты делала, ты должна сейчас будешь фантазировать и импровизировать. Прозвища не должны быть обидны. Так, что в голову приходит? Зефирка. Ангел.